Всем привет, с вами Дмитрий Калинин, и сегодня я хочу поставить жирную точку в вопросе о щелях на смартфоне HTC U11. Меня попросили написать пост на сайте FOPDA, в котором я бы высказался по данной проблеме, но ранее я принял решение больше не посещать сайт FOPDA, потому что там находятся очень странные администраторы, которые банят людей за помощь людям. Так, например, месяцем ранее меня забанили на 10 или 15 дней, я сейчас точно не помню, лишь за то, что я написал спасибо всем тем, кто помогал мне в обзоре смартфона Xiaomi Mi 6. И, соответственно, я, конечно же, дал ссылку на свое видео. Причина бана была очень странная. Написали, что бан дан за рекламу и продвижение интернет-магазина Boommarket. Видимо, эти ребята, администраторы сайта FOPDA, просто не знают, что на моем канале принципиально нет рекламы. Я просто говорю спасибо всем тем магазинам или сайтам, которые мне дают смартфоны на обзор. Если мне сайт FOPDA даст смартфон на обзор, я точно так же скажу ему спасибо. Также я советую всем, кто не смотрел мое прошлогоднее видео, которое называется «Мысли вслух», посмотреть его вот по этой ссылке прямо сейчас. Но давайте вернемся к нашим щелям. Щели между стеклом и металлической рамкой есть у всех. Их просто не может не быть, так как это обусловлено самой конструкцией смартфона. Дело в том, что стекло вклеивается в металлический каркас. Вопрос в том, насколько большие эти щели. Например, у меня влазит даже лист бумаги. Также я видел еще помимо своего еще два аппарата HTC U11, и там также были щели. Причем у всех щель была между лицевым стеклом и рамкой. Заднее стекло сделано очень хорошо. Эти щели есть у всех. Вот недавно я опять же делал, говорю, обзор смартфона Xiaomi Mi 6, и там точно такие же были щели, и там тоже пролазил лист бумаги. Эти щели — результаты не очень качественной сборки. Вы их можете сразу же заметить при покупке, когда вынимаете смартфон из коробки. Посмотрите внимательно между передним стеклом и металлической рамкой. Если щель довольно заметная, то вам прямой путь в магазин, там вам смартфон наверняка поменяют. Другой вопрос, что эти щели могут образовываться в результате эксплуатации. Так, например, вот сейчас очень жаркое лето, а напомню, что стекло вклеено в металлический каркас, и от жары, а также от использования, например, если вы долго играете в какие-то тяжелые игры, смартфон может нагреваться до 45, а иногда там и до 48 градусов, то это стекло может отходить. Особенно, если вы носите смартфон в заднем кармане брюк или, например, в барсетке, если у вас находится смартфон на сгибе. Я знаю, что очень многие именно так и носят. Тогда у вас края стекла начинают постепенно отклеиваться. Так что с HTC U11 нужно быть поаккуратней. Этот смартфон не мой, мне его дали на обзор, опять же в том же магазине, интернет-магазине Boommarket, всего на пару недель, мне его вот уже на днях придется сдавать, и я решил покупать свой собственный HTC U11, в котором я уже буду пристально смотреть на все щели, и, конечно же, я надеюсь, что у меня никаких щелей не будет. Кстати, один из интернет-пользователей подсказал очень умную мысль. Во многих интернет-магазинах есть такая услуга – наложенный платеж. Когда вам приходит смартфон, вы перед оплатой можете осмотреть его, и если вы увидите щели, то тогда вы просто отправляете смартфон обратно в магазин. А на этом все. С вами был Дмитрий Калинин. Подписывайтесь на мой канал, на мои социальные сети, кто этого еще не сделал. Удачи нам всем. Пока.